Я желаю «Локомотиву» хорошей игры, самое главное. А когда будет хорошая игра, все остальное придет. Быть командой такой, какой мы ее любим, какой она была когда-то, я надеюсь, снова будет, сплоченной, единой, чтобы это был не просто футбольный клуб, чтобы это была команда и семья. Чемпионство! Только чемпионство! И кубок, и суперкубок! Не сбавлять темпа. Только «Локо», только победа.